серии будем с вами и по сюжеточке идти, потому что сюжеточка сама интересная здесь. А вот эти побочные задания, ну, побочные задания, как и во всех примерно игрушках, то есть, приди туда, убей того. Ну, как бы здесь какие-нибудь диалоги, хотя бы на русском, они тут интересные. Правда, мне как бы бывает неинтересно периков этих слушать. Но все равно приятно, когда это все на русском. То есть, я не знаю, как игрушка была на плоечке. По-моему, там была английская озвучка. Вот, а здесь как бы автоматический режим, да, место задания, окей, так, наследие, 5 минут, охренеть не встать. Ну ладно, как бы, когда мы едем первый раз куда-то, у нас приходится ждать. Давайте смотрим на красоты, денек хороший, денек обалденный, моря не хватает, да давай ужми, жми ты на газ-то, а, чувырла, блядь, за что я тебе там плачу какие-то деньги-то? Посмотрим, как бы здесь. Сейчас посмотрим красоты. Мне, знаете, эта дорога напоминает, пока они молчат, эти пидоры, блядь, наверное, не встали, блин, вот не проснулись. Мне эта дорога чем-то напоминает курорт Тенерифе. Был я на Тенерифе, был два раза на Тенерифе. Мне очень как бы нравится. Я все время, когда приезжаю на Тенерифе, я все время беру машинку и ездю. Там вот такие же как бы дорожки, как бы вот примерно такая же природа, и в середине острова Тенерифе стоит вулкан. Вот, кстати, на вулкан вообще классно съездить. И вот мне чем-то мне сейчас вот так напоминает. То есть вот такие вот дорожки тоже, ты едешь, там машин мало ездит, но виды, друзья мои, виды просто великолепные, сногсшибающие виды. Там, кстати, на Тенерифе снимали «Звездные войны». Я уже не помню, какая серия «Звездных войн», но там прямо вот есть местечко, где «Звездные войны» как раз снимались. Смотрите, они даже не болтают. Они все, они, наверное, это вчера бухнули, что ли, блин, пока спали там или в ночлеге-то были. Смотрите, они даже не разговаривают. Как музычку-то я не хочу включать, потому что неизвестно здесь, какая музыка есть. Потому что вначале, когда я начал записывать, у нас же YouTube любит. И если YouTube услышал какую-то сраную композицию... Все, и это авторские права тебя засудят, ты не должен этого показывать на YouTube. Блин, ну такая, блин, я не знаю, когда они изменят политику. Но, правда, сейчас политика вообще идиотская на YouTube, блин, это вообще, это просто жизнь. Я просто не хочу говорить даже, что монетизацию снимают, если что-то YouTube не понравится, то есть рекламодателям не нравится, например, не нравится вот эта вот как бы японская игра, все, пошел нахуй, блядь, то, что ты, блядь, снимал, то есть там монтировал, все, никакой тебе монетизации, ничего, то есть ты за это не получишь, даже за свет не получишь, а не то, что не забывайте, друзья мои, что как бы когда тут делаешь, ты свой компьютер, как бы и свет тратишь, и это тратишь, ни хрена себе. Слушай, очкастый, смотри, нас на жопере, блядь, обгоняют. Ты видишь, жопер, да, вон, видишь, какой-то Даск 4F. Жопер нас обгоняет. О, все, авария, блядь, все, вызываем ментов. Нет, все, он скрылся с места ДТП. Все, короче, тебе, очкарик, тебя этих прав лишат сейчас нахрен. Да, смотри, далековато ехать-то. Ну, 5 минут, да, 5 минут. А что делать? Ну, пока что смотрим. Ты что, дурак, что ли? Ты что, блядь, дорогу, что ли, попутал, а? Я тебе куда сказал ехать? Ты че, куда ты едешь вообще? Ой, дебил, блядь, он даже не знает, куда ему ехать. Ну, и че? Ну, смотри, что он делает. Я ничего не делал, то есть это авторежим, как бы, я ничего совершенно не делаю. То есть он, у него этот навигатор, наверное, барахлит. Слушай, Ивангей, включи свой Note 8, ты там хороший. Ну, ты че, придурок, что ли? Ну, ты че делаешь-то, блядь? Поехали, блядь. Газ, нажимай, ёб твою мать. Ну, может, мне тоже на газ нужно, раньше он побыстрее ехал бы. Хотя он не едет нифига, он едет, блядь, 60 километров, блядь, я не знаю, блядь, я бы здесь впулил бы, блядь. Только это, блядь, как бы летел от меня щебенка бы. А он, не, он едет еле-еле, блядь. Короче, нужно было это, сделать не автоматический режим, а чтобы я сам ехал. Потому что, очкастый, все, он как бы прав-то уже лишился, очкарик-то, он все, он без права будет, он, блядь, попал в ДТП, с места, как бы ДТП скрылся, так что все, его лишат нахер. Что-то мы едем, и что-то мы никуда еще и не доехали, блин, наследие, блядь, да это наследие, не знаю, блин, пешком быстрее пробежали, блин, на такой машине, блин, он едет, как что я насрал.
давай, сколько там, 1,6 километра припарковаться. Иди в жопу, блядь, на своей парковке. Зачем мне сюда припарковываться-то? Пустующий амбар, блин, парковка. А интересно, если мы сюда не паркуемся, мы потом быстро можем перемещаться-то? Или нет? Хрен его знает. Я пока что в игрушке особо-то не разобрался. Потому что я больше как бы прокачивался, сидел за кадром. Вот, и особо-то не разбирался. А, да, я игрушку как бы сначала начал. Потому что я запорол там ссылку одну, которая мне нужна была. И чуть-чуть я там неправильно сделал. Ну, короче, долго рассказывать. Короче, чуть-чуть я подзапорол игрушку, поэтому я игрушку начал сначала. Ну, когда ты уже знаешь чуть-чуть, как бы, что нужно делать, как бы уже разобрался с этим и с этим, то как бы все делаем. Слушай, вот сюда заворачивай. Не, очкастый. О, молодец, завернул. Давай, жми на газ. Я вот сейчас, ребят, я сейчас жму на самом деле на газ. Он, я не знаю, он, смотрите, он, по-моему, по проселочной дороге ехал быстрее, чем он здесь. Вот, ну, газонит-то, ёб твою мать, блядь. Ментов нет, никого нет. Припарковаться. Не хочу припарковываться. Парковочку отметили на карте, и все, зашибись. Мы карту как бы следовали. Припарковаться, блин. Турковаться, блин, ты будешь долго. Так, слушай, тебе куда-то сворачивать нужно. Куда поехал-то, чудило? Чудило, а? Разворачивайся нахер. Вот сюда вот ехать-то, блин. Так, разворот, выйти из машины, блядь. Как тут сделать? Вот сюда, давай. Чудило, давай. По-моему, блядь, я ему тоже, блядь, должен показывать, куда ему ехать, потому что я почему-то сейчас нажимаю на геймпаде, который, кстати, почему-то идет сборный геймпад. Геймпад нужно новый, блин. Второй геймпад, то есть у меня сломался второй геймпад. То есть купил новый геймпад, и вы представляете, где-то, блин, ну, блин, 3 месяца и все, и пипец стиком, блядь. Я не знаю, какие сейчас геймпады делают, это вообще жесть, блин. Так что сборчик идет. Кто может чем помочь, милости, просим, ссылочка в описании. Больше похоже на охотничью базу. Возможно, им что-то известно. Нет, твою мать, блядь. Тихо, песик. Так, здесь что-то продают, да? Так, а может мне вот эти что вот сабли можно купить, на да? Этот раз? Вы можете зарабатывать гил, выполняя охотничьи задания и продавая безделушки, найденные по пути, окей. Так, купить, слушай, палаш, что он мне делает-то? Так, Регис подарил этот меч Ноктюсу. На его 16 день рождения поглощает энергию стихии поврежденного. Так, главное оружие. Так, ну, а что это такое? Универсальное надежное наручное оружие, которое повышает вероятность нанести критический удар в ходе комбинации. О, что это такое? Атака, что это, блядь? Атака 42, атака 48. А что мне здесь? Это главное оружие. Что это такое главное оружие? Двуручный меч. Моторный клинок 28. Так, Палыш. Короче, я могу это купить, он стоит чуть-чуть. Блин, пока что ладно, я не буду. Я потом это разберусь с этим. То есть можно купить что-то здесь. Это все это хорошо. Так, ты кто? С тобой нужно побеседовать, да? Давай побеседуем. Я так рада, что вы живы, ваше высочество. Моника, а где остальные? Большинство гвардейцев погибло. Нам едва удалось вывести леди Ирис из города. Сейчас с ней Дастин. Он будет сопровождать ее до Листалума. Я в долгу перед всеми вами. Маршал ждет вас у королевской усыпальницы. Ну, королевская усыпальница? Где это такая королевская усыпальница? Непонятно. Так, давайте посмотрим на карте, где у нас эта королевская усыпальница. Усыпальница. Что? Толпы скорбящих собрались в Альтисии, чтобы проститься с леди Лунафреей. В отсутствие останков заупокойную молитву читают у подвенечного платья, которое она так и не надела. Некоторые еще верят в то, что Оракул жива, однако никто не решается прервать молчание. Слушай, ну Лунафрей-то должна, наверное, жить-то. Так, вот, смотрите. Задание, ну-ка давай задание. Какая встреча? Вы здесь надолго? А то мне бы не помешала ваша помощь в поиске жетонов. Слушай, ты замучил уже свои жетоны, блин, по всему этому, как бы, по всей карте ловить. Да, найдите жетон, найдем. Так, давайте, мы с Кором хотели встретиться, пошли с Кором встретимся. Так, ну, чтобы с ним встретиться, нужно как-то вот это вот, я не знаю, эту гору как-то перепрыгнуть. Как мне перепрыгнуть? Он забрался хрен знает куда, блин, теперь ищи его. И, так, я могу как-нибудь туда телепортироваться куда-нибудь? Вон туда я хочу телепортироваться, например, нет? Нет? О, да, блин, телепортировался, блин.
Ладно, да, побежали. За чё ним не угонишься. Конечно, не угонишься. Инсомния, потом молот, теперь усыпальница. Дадим ему прозвище «Неугомонный». Корби смертный звучит еще круче. Он сумел выжить в инсомнии, а это не шутки. Ну, говорят, фортуна любит смелых. Угу. Каждый сам кузнец своей удачи. Думаешь, это совпадение? То, что он вышел живым из всех боев. Думаю, да. Смотрите, здесь какие-то эти, блин, птеродактили летают. Так, хорош. Хорош. Давай, 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 давай. Добивай этого попугая, блин, нащипанного. Так, внезапная атака, серия ударов. Так, стазисы, стазисы меня не устраивают. Блин, где? Куда? Так, ну что, вы попугаев-то, блин, сами забьете или что? Или мне с вами тоже попугаев бить? Где этот хрен разломал? Бомс. Бомс, все, хорош. Не иди, так, мастерство, да. И зачем ему королевская усыпальница? Может, дело в короле Люциса, который там покоится? Вот съездим и узнаем. Не съездим, а сбегаем и узнаем. Что вы такие... Я покажу, на что способен. Как часто я это слышу. Ну, чё ты? Неосыпные удары нужно провести. Сколько же еще раз? Хватит болтать, пора действовать. Да давай, действуем, действуем. Атакующий телепорт. Так, давай еще раз. Блин, стазисы. Где тут цепные удары? Как мне тут провести-то? А, вон, давай туда. Ладно, сейчас. Давайте потише. Так, хорошо, поехали. Где эти галки летают? Галки, опа, атакующий телепорт. Я не знаю, давай, добивай. Так, командный удар, еще там команда цепных ударов. Я не могу эти цепные удары провести, я не знаю, как они, что это такое, где-то есть. Так, ну-ка, давай, уклонение, цепной удар один провел или нет? Хрен знает, провел, не провел. Да, идеально. Только я цепный удар какие-то не провел, а так идеально. Ладно, вот у нас усыпальница, давайте смотреть, что у нас здесь такое. Усыпальница, достойная короля. Да, балдеть. Зайдем и поговорим с маршалом. Пошли, если он там. Маршал? Наконец-то, принц. Ага. Так зачем я сюда пришел? За силой королей, что веками передается через родство душ. Одна из таких душ перед тобой. Поскольку ты король, ты должен принять эту силу. Король чего? Не время сомневаться в своем предназначении. Король защищает свой народ. Он защитил одного принца. Такое предназначение? Пожертвовать всеми ради своего сына? Нокт, сколько еще ты будешь отсиживаться? Король доверил тебе роль защитника. Роль защитника? Тогда почему он мне ничего не сказал? Почему он стоял, улыбался? Почему? Почему он солгал мне? Он хотел, чтоб ты помнил его не как короля, а как своего отца. Он верил. Придет время, и ты станешь защитником своего народа. Выбора он мне не оставил. Зачем вообще было врать про переговоры? Зачем вообще об этом говорить? Они вторглись на нашу землю. Да. От силы короля. Вот что значит проиграть войну. Ваше величество. Какой-то я мечик получил себе прям в пузо. Что же это будет интересно? Так, королевское оружие. Призрачное оружие, тающее в себе силу древней королевы. Оно обладает невероятной мощью, но расходует ОЗ. Будьте осторожны, всегда держите при себе зелье или другие лечебные предметы, чтобы вовремя спасти Ноктис от смертельной опасности.
Понятно. Еще бы написали, как мы воспользоваться. Меч мудреца. Так, меч мудреца одна штука. А, то есть это какой-то суперудар, что ли, да? Не знаю, то есть какая-то здесь это что-то особое. Это лишь часть наследия твоих предков. Ну, твой путь только начинается. Ну, рядом есть еще одна усыпальница. Советую отправиться туда. Усыпальницы разбросаны по всему миру. Все они в опасных местах. В этот раз я буду тебя сопровождать. И чтобы помочь, и чтобы оценить твою силу. Ну, пошли. Так сколько вообще этих королевских сил? Всего известно 13 единиц королевского оружия. И каждая находится в отдельной усыпальнице. Я заручился помощью охотников. Они возьмутся за поиски забытых усыпальниц. А где та ближайшая, о которой ты говорил? Кикатрикский котлован. Мы знаем, что гробница находится в самой глубине тоннелей. Ну ладно, пошли. До этого. Еще... Ух ты, блин. Ах ты, блядина такая. А уйди от меня, блин. Спасайте меня, а. Парни, вы что там, блин? Давай, давай, ты что-нибудь сделай, что-нибудь его стукни уже. Всего-то второй левел. Вот и привет. Давай, на тебе по жбану. Все, хорош. Так, да, время мастерства вообще. По крайней мере, остаюсь в форме. Чё-то как хреново, ага. Прекрати, ног! Прекрати, ног. Проктор НГ, молчи, пожалуйста, а. Так, короче, где-то усыпальница здесь, да? Ну, давайте смотрим еще какой-нибудь меч. А что мне вот эти вот мечи дают? То есть, как бы мне не научили им пользоваться? Почему, не знаю. О, смотрите, нифига себе, смотрите, там НЛО летит. НЛО летят, да. Смотрите, они, наверное, это как бы... Мне сейчас будут мешать эту силу короля. Давным-давно мы дали здесь жестокий бой империи. Ну. Но все развалилось. И теперь... Здесь хозяйничают имперцы. Да? Ну, мы уже с имперцем дела имеем. Сейчас я им врежу. Только не слишком увлекайся. Пора. Кто бы говорил. Не нравится мне их численность. Что это такое? Численность не гарантия победы. Недостаток в числе компенсируется тактикой. Что-то как-то это легко очень было. А вот это я чувствую, нелегко будет. Ну-ка. Приготовиться. Огонь. Вперед. Давай. Бьем этого лося. Какой он там левел-то, блин? Охренительно левел-то у него. Можешь на меня рассчитывать. Давай. Ты чё, блин, он чё там легает, что ли, копытом своим задом? Так, знаете что? Ну-ка, давай-ка я меч получше себе поставлю. Опасность. Ногтис, отойди нахрен отсюда. Давайте, подлечите меня. Слушай, этот-то... Давай, большой этот пулеметчик-то. Давай, его подлечил. Так, ну-ка. Ну-ка, давай, полетели. Да полетели ты уже туда, телепорт. Давай. Опа! Бум-бам-бам. Не теряй бдительность. Да не теряй я бдительность твою. Не строй себя, Игнис. О, внезапная атака. Смотрите, как по жопке хорошо. Как Dark Souls им по жопке хорошо так ходит. Ой. Ух ты, опасность. Ногтис меня бьют. Так, Гладиус, давай, буря. Давай. Спасибо. Опс. Отойди. Отойди, отхожу. Давай, ты мне можешь кто-нибудь подлечить меня? Давай. Давайте. Евангей, лечите. Черти, отличите Евангей-то, блин. А, все, отличили, зашибись. Все. Что ж, не будем медлить. А, смотрите, я сделал это, даже какое-то задание есть. Сделал. Что, Игги? Я придумал новый рецепт. Жду, да. Не дождусь это попробовать. Да, выучил новый рецепт. Зачем мне вот это вот говорить, новый рецепт? Ну, выучил, молодец, блин. Сделай нам, блин, пожрать бы. На халяву-то сейчас как хорошо было бы, а? Не, он так не сделает, пожрать. Так, смотрите, куда-то, короче, сюда нужно идти. Где-то здесь вход. Вход в эту усыпальницу, да? Где он? Бронемеханоид. Он опасен? Где? Эта модель представляет малую или среднюю опасность. Давай покороче. Не очень опасен. Марк, с такой железякой справится только очень крутой бой, верно? И ты считаешь тебе это по силам? Посмотрим, что ты можешь. Я нажимаю. Как вот здесь вот эта сраная защита работает, если она вообще не работает? Это будет настоящий марафон. Так, ну Крис, давай. Бей. О, все. Ноги отшибли ему. Давай, чё. Да. Это действительно грозный противник. Чё? Нокту, помоги Нокту. Давай. Да. Помогай мне быстрее. Давай, опа, по ноге, давай.
Давай, давай, Ноктис, бей, 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 бей. Внезапная атака должна быть. Вау, 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 вау. Блин, ну 17-й левел-то, блин, ни о чем вообще. Давай. О, хорошо, все, убили нахуй. Лазерный сенсор. О. Бумс. Бумс. Все нормально? Да, все зашибись. Да, сэр. Так, точно, да. Сэр. Да, сэр, так, точно, сэр. Есть, сэр. Так, слушай, здесь мы можем лопатой с вами чуть поделать, да? Где здесь можно чем-то лопатой поковырять? Где какие-то здесь эти? А, вот он, смотрите. Так, отличная давай. Краска так, выйдет. Серебряная пыль. Краска? Нахрен мне краска, блин? Сам себе волосы подрисуешь, блин, потом. Серебряная пыль. Нахрен мне эта пыль. Так, подземелье. Китхриацл, котлован. Ну и, блин, эти, у них имена. Ну, что здесь такое у нас? Здесь мы с тобой расстанемся. Зашибись. Возьми этот ключ. Он открывает любую усыпальницу. Спасибо. Найди их и прими в себя силу, которая там скрыта. Тебе она понадобится. Окей. А ты что будешь делать? Да, домой следить пойдем. За имперцами. Что они там у себя замышляют. А ты сосредоточься на своей задаче. Как скажешь, как вперед. Скажешь. Я ее выполню. Береги себя. Да. Пошли. Ну, пошли. Как обычно, да? Да, все как обычно. Тут что? Дверь. Что же это за место? Похоже, раньше здесь было убежище. Здесь жили люди? Скорее всего, беженцы во время войны. Войны? Что это? Кабель. А куда он ведет? Можно пойти. Куда? Не нравится мне этот потолок. Да, его давно пора укрепить. Надеюсь, не рухнет. Слушай, Проктор энд Гэмбл, ты замучил уже там этот, ты тревожит меня, блин, укрепить, не укрепить, вот что такое открыть. Ну, смотри, открывается. Короче, катакомбы. На нас кто-то смотрит. Кто? Как только мы отвернемся, бум! Хватит ныть. Да, вот именно, не ноет, что это такое. А, ты это видел? А, тут нужен ключ. Ошибись. Есть тут кто? Ау! Да нет здесь никого, хорош скулить, блин. Умерли? Может... В чем дело? Я не знаю. Что бы это ни было. Что? Эй, подожди. Зачем? Мне нужно подготовиться. Чё тебе подготавливаться-то? Памятная монета. Так, и чё? Куда мы с вами пришли? Так, открыть. Как открывать? Заперто. Чё-то всё закрыто-то, а? Совсем не открывается? Совсем не открывается. Стой, оно пришло оттуда. Ну, давай. Чё-то я поглотил, короче. Ну, это для магии, это понятно. Чё-то я поглотил. Что на этот раз? Что на этот раз? Хрен знает, что на этот раз. Один раз не пидорас, блядь. Так, смотрите, куда-то вниз спускаемся, да? Короче, блин, здесь такие катакомбы интересные. Что, сверху! Хрен, берегись! Что это такое? Ах, твою мать. Это сказал, говорит, берегись, я отпрыгнуть не могу. Вообще, зашибись, сделано, блин. Это случайно разработчик, это Нио там не принимал участие. А то в Нио только такие эти, блин, камни тебе на голову сыпались. Мне кажется, другие. Square Enix-то как бы другой разработчик, ну ладно. Ну, куда? Давай, открывай нахрен. Блять, ну почему нельзя было сделать на другую кнопку прыжок и действие? Вот тут я не понимаю. Раньше этого тут не было. Зелёный, ну, что это такое? Кто это? Кто это? Так. Давай. Какой левел? О, 7-й левел, ну это маленький. Это ерунда. Да, конечно, ерунда. Здесь все ерунда, в принципе. Так, ладно. Я уже, если честно, я заблудился. А, ну здесь мы с вами были. Понятно, здесь мы с вами пошли вниз, там мы с вами вернулись. Короче, нужно куда-то в другое место идти. Слушай, блядь, уродец, уйди отсюда, а. Не мешайся никогда, блин, этому принцу под ногами, блин. Так, здесь что у нас? Здесь, по-моему, у нас это обрушение-то произошло. Блин, здесь, короче, карта нужна какая-то. Здесь заблудиться вообще в три счета можно в этих подземельях. Хрен поймешь, куда бежать, хрен поймешь, чего делать. Так, понятно, здесь мы с вами были точно. О! Ни хрена себе открылась дверь. Отличное сама по себе. Место для засады. Ага, безусловно. Так, нет свободного места для молнии, хорошо. Что это? Подобрать? Или конденсатор какой-то? Так, ладно, конденсатор. Так, что у нас здесь? Ржавая деталь. О, ржавая деталь. Может, это ржавая деталь я взял. Может, потом мне можно это будет как бы усовершенствовать.
А почему бы и нет, в принципе, да? Так, ну ты, надеюсь, откроешься? О, Сим-Сим, Алабим, откройся. Так. Здесь безопасно? Не знаю. Нормально, пошли. Сейчас у нас Евангей пройдет. Если Евангей прошел, значит все пройдут. А, мы же здесь уже... Что это? Что это, гоблины? Гоблины, бьем гоблинов. Гоблины, бьем, 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 бьем. Парни, не останавливаемся, бьем, бьем, бьем. Добиваем, бьем всех. Да давай нахуй, вот все. Тебе. Так, время, мастерство, мастерство. Как-то я подсасываю на мастерстве вообще. Точно. Что-то как-то это хреново, я, наверное, сражаюсь с ним. Почему, правда, не знаю. Так, усыпальница. Так, подожди. Смотрите, мы прошли, просто двери открыли, и все, и как бы... Что-то я не понял, зачем мы так прошли? Может, здесь на какую-то кнопочку нужно нажать? Так, не можем где ни на что нажать, нет? Смотри, мы просто по кругу пробежали с вами, и что-то я не понял, зачем это вообще нужно было. Так, а карта у меня здесь работает хоть какая-то? Ну-ка, карта, карта. Так, смотрите, так, короче, это по кругу мы прошли. Так, это спуск вниз, тут у нас ничего нету, здесь у нас тоже ничего нет. Короче, нужно возвращаться вот сюда куда-то, да? Да-да-да-да-да. Я понимаю, что у тебя на одну кнопку и бой, и бег, и у нас японцы, наверное, больше кнопок других не знали ни хрена, поэтому они все сделали на одну кнопку. Ну ладно, хрен с тобой. Так, пошли. Так, здесь мы все собрали. Да-да-да-да-да. Евангей, ты, блин, любитель, блин, махать своими этими. Непонятно чем. Так, куда-то сюда нужно бежать, по-моему. Так, ну-ка, где наша карта? Так, туда смотрит. Так, все правильно, сюда бежишь. Так, давай вот эту вот блестяшечку возьмем, стальной наруч. Ой, ой. Не ты... знаю, как вы? Не знаю, а как. Я не хочу, чтобы меня завалило заживо. Давайте подорожимся. Да, не знаю, как ты. А, я домой, да? Как Эрик Картман говорил. Мультики, наверное, которые вы сами все знаете. Надеюсь, вы его тоже так же любите, как и я. Так, ну ладно, что, пошли вот сюда. Где-то здесь у нас дверь какая-то была, которую мы с вами не открыли. Сейчас мы с вами ее откроем. Так, по-быстренькому уж не откроем. Так, электрический конденсатор. Нахрен он мне нужен, непонятно. Так, здесь у нас что? Похоже на то. Круто, что? Работает? Ого, и стал свет. Да, да будет свет. Да будет свет, да будет свет. Куда мы идем? Слушай, это мы на выход идем, а на выход-то мне зачем? Так, на выход мне не нужно. Так, хорошо. Пошли, ладно, пошли обратно. Пошли обратно. Если свет дали, может быть, и какие-то двери там открылись. Хрен его знает, блин. Может быть, что-то я сейчас там найду, какой-нибудь там ключ, или сейчас я туда подбегу, и там будет ключ. Возможно, возможно. Здесь все возможно, может и невозможно. Так, пам-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 пам. Куда бежим с пятачком? Большой-большой секрет. Куда нас ведет Евангей? Никто тебе не скажет это никогда. Так, что такое? Так, ну, тебя-то поглотить я уже не могу, да, да, у меня нет свободного места. Так что Евангей снова соснул, потому что у него нет свободного места, потому что он вообще хилый, блин, ну что, пидорка можно иметь-то? Ничего. Так, может, вот, подожди. Хорош себе мотать своим этим. Смотри, куда бьешь. Да, вот я именно, я не хотел. Дай ему подзатыльник, а. А то вот что-то он, блин, не знаю, махает своей этой жабьей палочкой, куда не нужно. Так, ну что у нас здесь? Куда что-то? Смотрите, мне куда-то сюда нужно как-то пройти, а как пройти, я хрен знает, что сюда нужно сделать-то. Найдите королевскую запальницу. Ну, я как бы, я не знаю, где ее мне находить-то. Так. Я даже как бы все двери, по-моему, уже открыл, да? Блин, блин, какой-то ночью появляется опасные твари. Да нахрен мне эти опасные твари. Так, ну здесь у нас завал. Если честно, я не понимаю. Я включил, короче, свет, и что мне теперь делать-то здесь? Все так замысловато вообще, не поймешь. Так, может быть, у нас где-то впереди там дверь какая-то закрытая была. Может, мы там можем пройти? Ну-ка. Ну, что это такое? Так, ржавые детали, зашибись. Куда мне эти ржавые детали засунуть-то? Понятно, куда-то. Ну-ка, где у нас карта? Так, сюда мы неправильно побежали? Неправильно. Вот, в принципе, есть-то, нет-то, ничего. А будешь сейчас бродить, потому что, ну, первый раз, когда приходишь в подземелье, ты вообще не понимаешь, куда, чего ты бежишь, зачем ты бежишь.
Я помню, что где-то в начале, что ли, была какая-то дверь, в которую не пошла. Подожди, вот это был генератор, да? Тут мы генератор с вами включили. Хорошо, окей. Так, вот здесь у нас что? Здесь у нас выход, 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 выход. Так, здесь у нас что, ящики, ящики, херащики. Так, ладно. Ну, это вообще выход из этого подземелья, да? Так. Так лучше. Это было не так уж и плохо. Ты что-то болтаешь, а? Болтает, сидит, блин. Было не так уж плохо. Мы что, блин, плохо? Мы ничего не нашли, блин. Было не так, что меню-карт позволяет сразу вернуться к предыдущему месту отдыха. Это я и без тебя знаю, что мы можем вернуться к предыдущему месту отдыха. Так, генератор. Окей, генератор работает. Все работает. Все зашибись. Как пройти, непонятно. Иду на бум. Ну, я опять же туда возвращаюсь. Это смысл, ну. Блин, вот сюда вот как-то нужно пролезть. Но здесь вот что-то нужно включить. Что включить, я не понимаю. Что за какой-то шнур подергать? Или что нужно сделать-то? Все завалено. Прохода нету. Мне осталось каких-то сраных, блин, 140 метров пройти, и все, и было бы вообще все зашибись. Ну ладно, давайте спустимся вниз, посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас был обвал. Может, здесь какие-нибудь стены открываются, потайные стены, но он по ним не долбит. Говнарь, да? Ну, это сейчас я выйду опять туда. Так, ну... Ну-с. Ну, вот здесь вот что нужно сделать? Я не понимаю, что здесь нужно сделать. Может быть, нужно включить вот эту вот хренатистику. Но он ее не включает. Вот. Да вон какие-то клетки у нас. Так, здесь у нас что? Здесь мы все с вами взяли все, что нужно, да? Пошли, ладно, сюда сходим. Ну, это завал. То есть мы сюда можем идти пройти. Я не знаю, зачем вот это вообще сделано. Такие лабиринты здесь какие-то непонятные, если честно, для меня. Здесь что-то света даже нет. Мне там какой-то ключ нужно был, но у меня все двери вроде как открылись. Так, что она здесь сдавал? Здесь поглотить энергию можем. Она у меня полная. Блин, ну если честно, друзья, я не понимаю, что мне нужно сделать. Я, смотрите, вот по карте я как бы всю карту, ну, прошел, да? Хотя, подожди, вот, вот это вот что у нас? Вот, видите, у нас коридор, ну-ка. Подожди-ка. Мы здесь еще не были, да? Похоже на то. Да, мы здесь не были. Вот здесь-то как раз мы и не были. То есть, видите, как здесь сделано? Через жопу, да. Так, вот, видите, я прошел сюда, окей. Давайте пойдем, знаете, куда? Сначала вот сюда сходим, посмотрим, что у нас здесь такое. Тупик. Я готов поклясться. Чего? А? Что за черт? Кто-нибудь, включите свет! Вперед! Точно! Так, давай! Рамка с тобой! Что тут скажешь? Извини! Здесь с мечом не развернешься. Только меня не задеть. В чем мне как-то мастерство вообще как бы ни о чем? Точно. Памятные монеты, возвращение Оракула. А куда мне вот эти вот монеты? Их, может, наверное, продавать нужно будет? Не знаю даже. Напишите в комментах, куда вот эти памятные монеты? Наверное, сдох. Просто идем дальше. Ну, идем, идем. А мы-то знаем уже, куда идем. Так, идти дальше. Давай, поехали. Блин, ну давай-то уже быстрее. Блин, есть-то хиленький какой, блин. Ладно, толстый, блин, живот висел. Нет, хиленький, а и ходит еле-еле. Так, эликсир. Эликсир, это хорошо. Так, опа. А что такое? Отлично. Еще одна. Кто? Так сказал, интересно. Давайте, отлично, пойдем. Говорит, еще одна. Кто одна? Где одна? Зачем одна?
А, наверное, это генератор еще один, да? Что тут сказать? Так, по мастерству, мастерство почему-то мне как бы, я не знаю, может я мастерство что-то там не до конца делаю. Так, давай генератор включай. Так, проверить. Ну, что? Я проверил его? Что я сделал-то? А, ну, проверил, наверное. А, смотри, цвет, по-моему, зажегся, нет? По-моему, да. Да. Опа. Опачки, 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 опачки. Закрыто. Какая неожиданность. Если что-то спрятали под замком, это что-то ценное. Да, наверняка. Ты такой умный, блин. Что просто, блин. Незнайка с тобой по сравнению. Вообще, блин. Супермозг. Так, давай, открывай нахрен калитку. Так, чуть. Стойте! Вы это слышали? Нет. Я только слышу, что я могу поглотить огонь. Короче, нужно магией пользоваться. Магию я потом состряпаю и буду магией пользоваться. А то сейчас я что-то магией, по-моему, не пользуюсь. Так, смотри, что это такое. Здесь какой-то этот... это что, это туалет или что-то такое? Так, ничего здесь нету. Оружия нет никакого. Оружие хочу. Так, понятно. Ну, это просто... Тут ничего нет. Да. Странно. Да, очень странно. О, ни хрена себе. Мне совсем не нравится драться. А с кем нравится? Если подумать, пора. Ни с кем. Где ты этому научился, док? Че, и все? А, ты же ненавидишь жуков. Я? Да. Терпеть их. Многообещающе. И немного зловеще. Будьте начеку. Да нормально, че ты, блин, пугаешься их подобрать? Ну подбери ты, а. Автоарбалет. Автоарбалет. Что за автоарбалет, хрен его знает. Так, открывай. Открывай калитку. Так, подожди, давайте сюда сходим. Посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, как обычно, завал. Завал, ничего нету. Так, а о чем он светит? Вообще хотел посмотреть. А, у него фонарь какая-то. У него брошка-фонарь. Брошка-фонарь, ну. Серьезно? Опять? Такое? Не сидится нам на месте. Кто? Арахнут какой-то. Вот бред. Как обстановка? Более-менее. Нормальная обстановка. Сражаемся. Давай, давай, давай. Арахнида этого убивай. Убивай, блин. Опа, 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 опа. Так, так, да. Блин, парни, вы что-то его вообще не бьете, по-моему. Победа уже близка. Так, а где у него морда-то? А, у него морда вот. Слушай, а что он на меня-то нацеливается, а? О, внезапная атака, хорошо. Все, ошибли. Вот и все. Вот и все, вот и окей. Так, ну мастерство Б. Почему-то, ну это сейчас просто в жопу заходил, то есть нормально. Зопа зашел и все, зашибись прям сразу. Так, что это такое? Так, ну я тебя могу открыть, да? Ну, я так понимаю, что это дверь куда нас ведет? Туда, где мы были или где мы не были? Так, непонятно. Я уже, если честно, здесь, блин, заблудился нахрен. Так, ну-ка. Так, смотрите, мы можем сюда пройти, да? Это, я так понимаю, что туннель. Это просто мы сейчас ходим. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, я просто хочу все открыть, чтобы мы везде с вами побывали. Так, ну понятно, что туда нужно идти, да? Ты хватит и своей балдой ты уже махаешь, да? Блин, ну вот давай открой дверь, а? Вот, мне видите, начинает казаться, что ты. Ты своим писклявым голосом лучше молчи. Замки. Как отключить, как Проктор энд Гэмбл отключить, чтобы он вообще никогда не говорил, чтобы я его пидорский голос вообще никогда не слышал? Просто вот как такой вот этот сам козлин, блин, пидорок вонючий, блин, так он еще и голосом таким пидорским говорит. А что за звуки такие? Эликсир, отлично. Хорошо. Пошли. Давай, иди. Почему нельзя было на другую кнопку? Почему все на кнопку, блин, А, все на кнопку А и на кнопку Б? То есть две кнопки работают, А и Б. Б это как бы бег и бой, и все на одну кнопку, блин, присобачили, все. Это странно. Что это? Что это такое? А, вот это, усыпальница, да? Ну, давай, открывай.
Сейчас мне дадут еще чего-нибудь. Давай взять оружие. Бери оружие. Да бери ты, блин. Что это такое? О, смотри, секира. О, чпоньк. Что она мне дает? Вообще нигде не написано, ничего. Ну ладно, я думаю, разберусь, что мне это дает. Так, ну что, все. Значит, Нокт собирает силу королей? В общем, да. Такими темпами он скоро превзойдет своего отца. Да. Монарх с миру по нитке. Хамиш. Ну хамиш. И на что это похоже? Я не знаю, на что это похоже. Так, вернуться к машине. Так, вернуться ко входу. Вот, все, короче, можно быстренько вернуться ко входу, то есть... Если, ну вот это вот классно сделано, что если подземелье проходишь, то можно быстро потом ну, вернуться и все. Так, все, слушай, блядь, ну вот я вот сейчас нажимаю кнопку «Бег». Так, ну что, кто звонит? Да. Наконец-то, я уж думал, что потерял еще одного короля. Я просто собирал оружие. Рад слышать. Есть задание для тебя. У дороги, ведущей на запад, к Даске, империя начала строить базу. Эту базу нужно уничтожить. Если ничего не предпринять, нас отрежут от западных районов и от всех усыпальниц, которые там находятся. Полагаю, ты уже знаешь Монику. Она расскажет тебе все подробности. Поговори с ней. Что делаем? Надо кое с кем поговорить и кое-что разгромить. Едем в форпост к Монике. Отлично. Встретиться в форпосте с Моникой. Вспомните, отлично. Мы же действительно видели какой-то большой объект. Но. Да, такую зловещую махину сложно не заметить. Уничтожить такую крепость будет непросто. А у нас правда получится? Маршал в нас верит, иначе он бы к нам не обратился. Но всему свое время. Точно. Нет, само собой. Возвращаемся на форпост. Окей, как скажете. Ну что ж, друзья, давайте как бы на этом мы завершим очередную нашу серию прохождения. Серия, я думаю, получилась забавная, смешная. То есть побегали, постреляли, поубивали, сил королей добыли. И все зашибись. И что же, увидимся с вами в новой серии. Не забываем подписываться на канал, комментировать, оценивать видео. Звонить в колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Вступать в группу ВКонтакте, потому что там есть много всего позитивного и смешного. Что ж, всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.